Привет, меня зовут Юра. Мы сделали комиксы на полу. Но сделали этот фильм на основе комиксов Мура. Мы получили сигнал из Земли. Мур и Котофей, у нас проблемы. Кто-то изменил прошлое, и Луна не смогла образоваться. Из-за этого вокруг Земли теперь крутится куча астероидов, и они могут упасть на нас в любой момент. Наверное, это за красного сверхгиганта, который пролетал раньше 4,5 миллиарда лет назад на краю Солнечной системы. Помогите нам, Мур и Котофей, иначе наша Земля превратится вот в это. Та-та-та-та-там! Поможем нашим друзьям! Время назад. Отправляемся в прошлое. Астероиды вращаются вокруг Земли. Значит, Тея врезалась. Но они никак не могут слепиться в Луну. Надо что-то с этим делать. Привет, белый карлик. У нас тут проблемка. Надо поработать гравитацией. Прилетай к нам. Хорошо, лечу к вам! Эй, белый карлик! Поторопись! К нам тут летит красный сверхгигант вместо тебя! Не боитесь, ребята, это я и есть. Мне просто нужно взорваться сверхновой. Вот, теперь я могу вам помочь! Спасибо, белый карлик! Еще один мир спасен! Без проблем! А теперь мне пора! Встречу новым приключениям!